Так, всем здравствуйте. Значит, всем знакомый блок управления. Видео своеобразный отчет по новой прошивке от 19 числа, присланная Николаем. Вот сейчас, короче, проверяем. Были небольшие накладочки у нас с натяжкой, то есть даже порвался тросик. Вот, то есть редуктор его просто вырвал. Сейчас эта проблема удалена, то есть я уже проверил и просто показываю. Редуктор, датчик холла на редукторе. Алгоритм такой, то есть задаем, например, здесь предустановка единица, делается здесь один оборот, датчик холла делает импульс и двигатель останавливается. То есть один оборот, стоп, один оборот, стоп. Или, например, 4 оборота задаем на блоке управления, 4 оборота делает. Вот, максимально. Значит, сейчас я задам. Вот в настроечках. Значит, входим. Так, ищем нашу предустановку. Она именно сейчас стоит нулевым. Давайте сразу поставим 4. Через кнопку B. Выходим. Режим отладки. Заходим. Две клавиши. Дольше. Подольше нажимаем. И Save. Держим несколько секунд. Отпускаем. И наблюдаем. Блин, как было так, да? Вот так. Будет видно, нет? Как только уйдет режим отладки, сразу пойдет натяжка пружины. Так. 2, 3. Вот так. Это я один лишний оборот посчитал. Все. 4 это у нас максимальная натяжка пружины, то есть больше даже я бы не стал натягивать, то есть тут мама не горюй, как натянуто. Вот сейчас можем сделать вот так. Значит, входим опять в настройки, ищем наш параметр. Вот, и сейчас давайте поставим 2, то есть будет сейчас отпускаться пружина. Вот, входим опять в режим отладки, нажимаем клавишу Save, держим несколько секунд, отпускаем, и то же самое сейчас произойдет. То есть только будет на 2 оборота отпустится пружина. Вот. Ручки вот мои. Все. Вот. Сейчас давайте тогда еще. Вот как раз и здесь написано, что есть 2 предустановка, 2 реально. Вот можно зайти опять в настроечки, под меню, ищем наше состояние, то есть двойка. Давайте поставим в 0. Через клавишу B обязательно. Выход. Сейф. Ой, сейф, я говорю, блин. Отладка и сейф. Гром гремит, опять ждем раздачу. Все, и теперь вот так. Сейчас пружина, натяжка уйдет в максимальное положение. Ну вот, но все-таки считаем мы с Николаем, что концевик обязательно должен быть. Вот, чтобы не было вот такой штуки. Я говорю, вчера трос вырвало, блин. Ну, что-то пошло не так. Ну ничего. Вот. Все. Минимальная натяжка пружины. В общем, все работает. Сейчас как бы еще опять подпудрим носик там. Надо мачту подкрасить. Подкрасил только вот нижнюю часть. Около 4 метров там, да. И вот осталась вот эта вот средняя часть. Ну, посмотрим. Может быть, денька через 3, через 4 подниму. Это и чувак. В общем, всем пока. Удачи.